И снова здравствуйте, это канал Максим Мадзе, и мы продолжаем проходить Red Dead Redemption 2. Чем мы сегодня будем делать? У нас есть задание от Эбигейл. И мы, собственно говоря, пойдем туда. Здорово, Артур, здорово, да. Грабить мы сейчас пока не будем. Эй, Артур, что такое? Тебя ищут Хозе и Джон. Они сказали, что едут туда, где спрятан самогон. Ты знаешь, где это? Они собрались наведаться в поместье Брейтвейдов, но Дач дал Джону какое-то поручение, поэтому вместо Хозе он хочет взять с собой тебя. Да, все вокруг чем-то заняты. Мне ли не знать? Ну ладно, спасибо. Извините, чихнул. Филе 5 из пальцев. Эта игра мне не по душе. Ну и Мика. Для Артура не самый-то авторитетный чувак. Артуру не очень-то нравится Мика. Хотя, в принципе, сыграть можно. Но пока делать мы это не будем. Будем выполнять задание. Задание, по-моему, если я не ошибаюсь, называется «Реклама – это искусство». Привет, Артур. О, что ты задумал? Хочу продать это пайло тому, кому надо. Я не знаю, что делать с этим товаром. Они его изготовили, значит, надо кому-то его сбывать. Чего, бутылки будут зря пылиться? Думаю, сделка выгорит? Да, понимаю. Вы с Датчем просто исполняли свой долг, когда это пойло создавали. А теперь я исполню свой долг. Ладно, мне пора идти. Я опять слова упускаю немного, некоторые. Извиняюсь. Спасибо, Джон, увидимся. Дач попросил его заняться делами. Что-то там связано с лошадьми Брейтвейдов. Поехали к Брейтвейдам. Я там бывал уже. Что мы именно сделать должны? Этот самогон, который мы взяли, когда взорвали дистиллятор Брейтвейдов. Мне кажется, что добрые люди, которые потрудились вернуть украденное, заслуживают награды. Как и сказал Дач, нам пора наконец с ними познакомиться. Тут есть два клана плантаторов, и по слухам, они друг друга ненавидят до смерти. Это точно. Я сам это видел. У одного парня из Грея тайный роман с девушкой семьи Брейтвейдов. Предыдущей серии. Я им помогал, кстати говоря. О, уму непостижимо. Думаешь, их можно будет соединить? Даже не знаю. Не похоже, чтобы они были замешаны во всем остальном, но может быть. Ну, я уверен, что мы сумеем влезть в это дело и заработаем на этом. Ну вот. Маленький скромный домик, да? Здравствуйте, джентльмены, как поживаете? Что там у вас? Самогон, дружище. Хочу поговорить с хозяином дома. У нас не хозяин, у нас хозяйка. Миссис Кэтрин Брейтвейд. Могу ли я поговорить с ним? У меня есть деловое предложение. Я не желаю вам зла. Но если вы подумаете иначе, можете и застрелить меня. Ладно, ладно, она в доме. Мы будем приглядывать за вами. Кучер, ты все слышал? Езжай дальше.
Они следят за нами на всякий случай. Чего вам? Мы нашли кое-что там в холмах. Подумали, может, вас товар заинтересует? Какой товар? Да груз выпивки. Я не стану платить за товар, который мне принадлежит. А нам кажется, что это наш товар. Ведь он у нас во владении, мы очень старались, но не находили вашего имени на нем. Расслабьтесь, я не собираюсь вас грабить. Хотя это и так видно, что не сложно. Хотите, заключим сделку? За сколько вы его продаете? По $1 за бутылку. Но нам из... Это наш самогон. О, считайте это премия за то, что мы вам его вернули. Иначе мы продадим его кому-нибудь другому. А нет, вы получите пулю в лоб тогда. Ну зачем же делать пальбу из-за пары бутылок спиртного? Нет, заплати ему. Приятно иметь с вами дело. И послушайте. Мы ваш товар не брали. Ну, точнее, не самоволь. А, я прекрасно знаю, кто вам приказал. Шериф Грей. Знаете что? Нет, я его не возьму. Собственно говоря, вы можете сделать мне одолжение, которое я накину еще вам $10. Доставьте выпивку в Роудс, зайдите в таверму, которая принадлежит мистеру Грею. Раздайте его посетителям бесплатно. Полагаю, это называется расходы на рекламу. Как скажете, мэм. Вы, ребята, потом загляните ко мне и расскажете, как все прошло. Может, сыграем крибидж. Следующая остановка — салон в Роудсе. Сегодня часто я упускаю слова в субдидрах, извините, не успеваю немного. Наконец-то я продал облигации Корнелла. Получил за них около 1000. Хотел взять больше, но... Ладно уж, хоть что-то. После бойни в Валентайне это тяжело было. Судя по всему, Корнелл платил кучу денег на пинкертонов. Он хочет, чтобы они продолжали бороться с бандами, такими как мы. Да, неудивительно. Так. Это может кончиться плохо. У вас с дачей в этом городе уже какие-то дела? Шериф. Да, мистером Греем. А мы тут влезаем в кровавую вражду его семьи. Нужно что-нибудь придумать. И нажраться в говно. Ты же знаешь, как я к этому отношусь. Ну, ты, конечно, не будешь недоразвитым братцем клоуна. Ну, это в самом деле. Я клоун, а ты мой брат-идиот. Просто сделай грустное лицо и помалкивай, даже если тебе это не по силам, Артур. Вот, надень-ка эту шляпку. Сунь трубку в рот. Оттопырь губу чуть-чуть, прищурься. О, превосходно. А ты? Ты не умеешь говорить? Ты же у нас идиотом прикидываешься. Разбил бедной маменьке сердце. Ничего, ничего, Финтон, ничего, только не злись. Так, Финтон, спокойно. Вспомни маму, как она любила тебя. Как же жаль, что ты задушил ее в порыве гнева. Так, бери два ящика и иди за мной. Ой, на капслок случайно нажал. Господа, господа! Славный у вас тут городишко, а мы вот только прибыли с севера. Здрасте. Здравствуйте. Я Мелвин. А это мой брат Фентон. Он тихий. Вы его только не злите, он слабоумный немного. Убил маму, только не виноват в этом.
Вы, ребята, не хотите заработать пару баксов? Ну, конечно, хотим. По доллару в руки. Мы занимаемся рекламой. Это американское искусство. Убеждать людей покупать именно то, что нам нужно. Даже не знаю. Еще за доллар вы дадите нам полчаса. Ну, плохого мы можем творить за это, ведь, да? Идите и потратьте на что-нибудь интересное их. Идем, Финтон, просто раздавай выпивку. Ух ты. Внутри приличненько у них тут выглядит. Господа! Меня зовут Мелвин. Это мой брат Фентон. Немного с приветом, зато выпивку лихо разливает. Следующие 30 минут в этом баре, в этом городе, все пьют бесплатно. Условие лишь одно, вы должны выпить все до дна. Так что поспешите, пусть старина Фентон поработает. Но вы его только не злите. Мама его как-то разозлила, и мы похоронили ее. Бедняжку. Но сейчас начнется. Но крепкая штука. Раз, два, три. Держи. Хотя я не должен ничего говорить. Мистер Грей этому не обрадуется. Еще бутылку, Фендон. Эти люди умирают от жажды. Еще. Финтон, ты хороший человек, хороший. Не слушай своего брата. Каждую пятницу я в говно. 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 Но каждый понедельник я огурцом. Каждый понедельник я огурцом. Каждый понедельник я огурцом. Но каждую пятницу я в говно. Фентон, приди в себя. Простите, джентльмены, обычные, он не такой вялый. Это я пою песню Семена Слепкова про мужика, который каждую пятницу выпивает. И каждую субботу и полвоскресенье, бля. Пейте, пейте. Это налетчик из Леймана. Добрый вечер, господа. Не желаете выбить? Вы? Я? Это же те самые гаденыши, что сперли самогон. О, мы просто рекламные агенты. Приходите, садитесь. Это же наше. Вы искренне сбужаете. Парни, в атаку. Блин, это те самые гады из Шейди Бель. Ой. Так, дайте мне другую пушку сюда. И чё, так она пробивает хорошо? Ой-ой-ой, кто-то тут, я его только не вижу. Артур, ты где? Да, иду, только как тут? Ой-ой-ой. Вот эта пушка, она даже... Да, иду. Тут на меня тоже насели немного. Эй, сюда! Ух, господи, какое расчленение. Сколько у нас еще осталось? Да, лучше револьвер обычный возьму. Хватит эту жесть устраивать. Можно, кстати, руки и ноги отрубать еще. Тоже равно смерти. Ну же, Финтон. Я вас выведу. Они не успокоятся ведь, да?
Ладно, я буду стрелять по ним. Ой, за нами погоня. Ничего, я стреляю в них. Только их видно, правда. О, они столкнулись друг с другом. Ну, офигенно. Блин, в темноте неплохо видно еще. А, они опять врезаются в... Они сами в друг друга врезаются, походу. Да заряжайся, блин. Еще два. А, разрядился глаз уже. Ну, офигенно. Блин, они меня убили. Ну, блин, он заряжает долго очень ее еще. В чем проблема? Вот дробовик-обрез очень мощная штука. Но ее мало очень. И к тому же она для ближнего боя предназначена. Вдаль она не очень хорошо. Если и вдаль стрелять, она мало урона наносит. Почему-то. Блин, загрузка долгая. Сейчас опять будет. Так, давай еще раз. Неужто это ваш самогон? Я думал, это самогон Брэд Уэйдов. Да блин, заряжайся! Глаз разряжен почти уже. Блин, мы едем быстро, я не могу попасть в них. У них динамит там, сзади. А, заряжайся. Я не могу в динамит попасть. Успели. Ой, еще. Так, еще там один сзади где-то. Еще один. А, заряжайся. Надеюсь, больше никого не будет. Ты их видишь? Да вроде бы нет. И это все из-за пары бутылок, да? Думаю, они просто не хотят мириться с конкурентами. Ладно, все в порядке. Да. Отговори меня, если я внезапно решу заниматься этой, как ее там, рекламой? Да. Ты не думаешь, что эта женщина нас подставила? Да не, вряд ли. Может быть. Очень странный город. Да, я часто вижу этих парней. Местное ополчение явно не в восторге от новых конкурентов. Я потолкую с мамашей Брэд Уэйд. Зачем? Мы кое-что разрабатываем. Сундук слова снова наполняется медленно, но верно. Меня не покидает мысль, что нам лучше уехать подальше. Для этого потребуется гораздо больше денег, чем у нас есть. Ну что ж, пойду отнесу и старухе Брэд Уэйд пару бутылок самогона. Ну, скажем так, в знак примирения. Угу. Неплохо повеселились, Фентон. Мы еще из тебя сделаем актера. Я пойду поговорю с Датчо. Ну, что скажешь? Насчет чего? Про достойных людей, которые живут в этих краях. Да, они очень милые. Вот именно. С одной стороны, семья Греев. Шотландцы, дегенераты, пьяницы.
местные служители закона. Нарочно не придумаешь. Богаты, как крест. А с другой стороны, их заклятые враги, бритвейды, самогонщики, лицемеры и, по всем сведениям, купающиеся в золоте. Помимо среди всего этого, кровомесительная постановка Ромео и Джульетты есть. Да, именно. А вы что думаете, парни? Ограбим их, и тех, и других. Ты уверен? А почему бы и нет? Хотя бы потому, что за нами гоняются законники. Неприятности нам не нужны. Но без денег тоже никуда. А у нас есть возможность оттяпать хорошие дельцы. Главное так, чтобы никто не заметил. Даже без нашей помощи эти кретины все равно друг друга поубивают когда-нибудь. Хозе пошел навестить эту старуху с семьей Бритвейд. Хорошо, этим определенно должен заняться Хозе. Шона я отправил в особняк Бритвейдов. Ты можешь встретиться с ними и присоединиться к Джону с Хавьером, они пошли к Грэем. Что-то насчет породистых лошадей Бритвейда. Как мы вообще умудрились стереться к доверию к Грэю? Шериф Грей любезно замолвил нас на это. Дело не хитрое. Мы убедим обе семьи, что мы на их стороне. А потом их всех ограбим. И когда они поймут, что это сделали мы, а не их заклятые враги, то мы будем уже далеко отсюда. Считаю, что это месть за моего папашу. Месть? Я не собираюсь мстить Дач. Особенно за то, что произошло давным-давно. Ну, каждому есть за что поплатиться. Теперь, Артур, прошу меня простить. Мне надо написать письмо. Офигенно, офигенно, что я хочу сказать. И какие у нас есть варианты? Есть вариант Хозе. Он находится сейчас в особняке Бритвейдов. А еще есть Джон Марстон, да? Да, это Джон Марстон. Давайте отправимся в особняк Бритвейдов, раз уж сегодняшняя серия на то пошла. Но перед этим я бы хотел поспать. Спать, 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 спать. Во-первых, силы восстановить, во-вторых... Не хочу ночью заниматься делами. Ну давай, вставай, вставай, вставай быстрее. Где наша лошадка? Я что-то немножко не понимаю. Посмотрим. А где же наша лошадь-то? Что-то я не понимаю. Где она находится? Нашей лошадки-то нет. Давайте по карте посмотрим. Где она находится? Конюшня, жейник. А где лошадь-то? Куда она делась-то? Надо, давайте и другую возьмем, если можно это сделать. На эту нельзя. На эту нельзя. А как насчет этих? Это дядюшка тут ездит. Здесь кто-то другой. Лени. Короче, все лошади заняты, а у нас нашей нет. Надо что-то тогда придумать. Ладно, сейчас я перезагружу игру, чтобы... А, погоди-ка, тут есть еще лошадки. It's
На других покатаемся пока. Не знаю, куда пропал наш Андрес. Что-то я не вижу его нигде. И на карте его нет. Куда он мог исчезнуть-то? Ладно, он найдется, обязательно он найдется. Он обязательно найдется. У нас еще дач есть, появился. Ладно, раз уж серия пошла на то, то мы к брату это поедем. Так, в это дело я не полезу. Ну вот и добрались. Не так уж это и далеко. Минутку, что за реклама в телефоне у меня вылезла? Давненько не было такого. Здрасте, я приехал, мисс Брэтвейт, по делу. Мои друзья уже внутри, да? Так, метку убрать. Не, моя лошадь пропала. Куда, я не знаю. Она обязательно найдется, и это я вам обещаю. О, заходите, сэр. Сюда, сэр. Мэм, к вам пришел джентльмен. Значит, это ваш друг? Второй торговец спиртным? А, здрасте, мэм. Привет, Артур. Мы просто тут в криббидж играем. Это миссис Кэтрин Бетрейт. Рад вас снова увидеть. Да, вижу. Так вот, значит, ты прям такой здоровый и тупой, каким кажется. Ну, здоровый — это правда, а вот его интеллектуальные способности — это спорный вопрос. Некоторые говорят, что он настолько тупой. Ну, я так не считаю, на самом деле, что он сильно тупой. Эти парни поедут в Калига Холл. Разумеется, для нас там будет несложно. Не хотелось бы показаться нежным. Деньги у нас есть, мистер Матьюс. Банкноты? Облигации? Металл? Они не будут выписывать тебе чек, безмозглые янки. Воистину нет чуда удивительное. Что ж, Артур, уходит. Женщина способна произвести счет, да? Так, может, я буду править? Не. Красивый особняк у них. Ничего не скажешь. Красиво построено. Так. Лошадь, на которой я приехал, тоже исчезла. Что же это такое, а? Ты хорошо себя вел? Он забрал все, что я стащил. Дэсону. Я эту серебряную ложечку затолкаю в рот и вытащу из задницы. Пущенная, блин, сволочь. Ну ладно. Чего она хочет-то от нас? Она хочет, чтобы мы спалили табачные плантации Греев. Сказала, что нам уже несколько недель это надо сделать. Причем с помощью того, что в футляре. Самогона. Это зелье горит сильнее, чем керосин. Она сказала, что так будет подобающе. А я думаю, что подобающее можно приложить мой сапог к твоему крючковатому носу. Хозе нашел себе достойную компанию для чаепития в этом поместье. Он, как обычно, втирал людям. Он считает, что одна из этих семей где-то припрятала золото.
Лично я не против того, чтобы грабить банки, но после всех этих мучений хотелось бы все-таки нормальным чем-то заняться. Хойзе знает, что делает. Знает ли, он просто подозван. Да, тише ты, правильно. Пока что мы разрушили. Я не помню, что. Говорят, что после той истории в салуне старик Грей удвоил охрану. Значит, мы туда просто поедем, да? Не бойся, у меня есть план. Туда всегда заезжают повозки с припасами, снаряжением, деньгами. Особенно после того, как они наняли еще работников. Мы притворимся, что просто доставляем груз. Доверься мне, я даже собаке могу зубы заговорить. Ну ладно. Блин, а можно ехать быстрее, а? Короче говоря, вот эта миссия мне не очень нравится. Она долгая и сложная. Там надо поджигать, стрелять. Я там часто умирал, когда первый раз проходил. Так, а нам вообще далеко ехать-то? Ух ты. Не то чтобы сильно далеко, но довольно прилично. Стоп, подожди секунду. Ты что, не беспокоишься о Греях, англичанин? Не понял. Ты не беспокоишься о Греях? В каком-то смысле? Но они ведь тебя знают в лицо. Может, ты и прав. Знаешь что, держи, а я пойду спрячусь сзади. А ты веди себя естественно, чтобы нам не пришлось стрелять раньше времени. Попробую. Да, постарайся притвориться нормальным человеком. Так далеко и не готов заходить. Шляпа проходит сквозь это. Сквозь крышу, так сказать. Блин, ты можешь быстрее ехать, а? Мы на месте, не высовывайся, говорить буду я. Эй, а ну стоять! Чего тебе здесь надо? Я... Там было такое... Такое... В салоне. Ты чего мелешь, а? Я просто доставляю припасы. Раньше сюда приезжал другой человек. Хочешь бутылочку, приятель, да? Эй, помолчи немного. Не бойся, я тут недавно. Вообще, я из... Донегола. Да ты что? Ага.
Они сказали, что ты в курсе. Была какая-то заварушка в салоне. Мне велели принести сюда вот это. Не спрашивай, и тебе это не говорю. Ну, сам понимаешь. Сказали, что как сюда придут законы. А, ладно, ладно. Тебе сюда, я покажу, как проехать. Меня зовут Шон. Че это они так сдружились, так сказать? Немножко я не понял. Я Хамиш. А, раз знакомство, Хамиш. Красивые у вас тут места. Не так красиво, как в Коминмаре. Мои предки из Шотландии. Вот он и чё. Так мы с тобой почти братья выходят, да? Вот сюда. И прямо по этой дороге. Я уже не могу уследить за всеми грузами. Но когда в городе сказали, что им нужны кучера, я ни минуты не раздумывал. Я от честного заработка никогда не отказываюсь. Значит, вам тут тяжело, да? Да, у мистера Грея большие проблемы с одним местным семейством. Это эти алчные подонки пытаются его разорить. Отвратительно. О боже, Хамиш, это весьма прискорбно. Да уж, у тебя явно есть причины выпить. Ты даже не представляешь. Вон туда. Ну, все, понял. Может, здесь все выгрузить? Здесь? Что у лошадки не прочь тут надо подать? Все прекрасно. Ну и сейчас мы как его... Очень красивые тут были дома, Хамиш. Очень красивые. Потому что они могут строить себе не дома, а загляденье. В то время как обычные люди жрут помои, да? Он сам убил его. Ну ладно. Артур, ты чего? Я внимал твоему монологу. Рад, что я не твой брат. Ладно, дело не ждет. Я волынку не тяну. Ладно, можем посидеть здесь, пока не стемнеет. Вот, сейчас будет самая жесть. Как успехи? Да, все хорошо. Почти все приготовил. Ладно. Снаружи полно охраны. Надо действовать так. Так, ты иди к амбару. Ага. А ты? А я займусь самими полями. Польем все самогоном. А потом подожгем. Вот этими бутылочками. К счастью, дождя не было. Да и тот старый амбар должен вспыхнуть как факел. Сколько штук тебе понадобится, как думаешь? Да, этого хватит. Выйдем сзади. Послушай, когда они поймут, что мы здесь, пути назад уже не будет, так что не мешкай. Разумеется, я ж прирожденный бунтарь. Сжигать поместье это у меня в крови. Да, только тихо давай жги это. Приветствую. Я думал, что груз весь уже доставили. А этот нет еще. Странно. А что вы там везете? Инструменты, деньги на зарплату. Ладно, разгрузитесь у склада на краю полей. Ага, до встречи. Ты это слышал? Денежки, он сказал. Да, давай разберемся с этим делом сначала. Я только разберусь с нашим другом. Так, обрызгай поля, встретимся там возле амбара.
Постарайся на рожон не лезть. Так. Поливаем. Всей этой фигней, блин. Столько, сколько нужно, блин. Так, ладно, этого хватит для этого поля. Для того, чтобы запах пошел. Так, а, стоп, вот. Так, лучше сидим и не двигаемся. Опа, она, он, кажется, сюда идет. Так, вот здесь разольем, вот здесь разольем, вот здесь разольем. Какую-то фигню, блин. Самогон. Так, ну ладно. Хватит. Нам еще целых 5 плантаций надо обить. Опа, на, один из охранников идет сюда. Может подождать, пока он развернется. Да, вот поливать самогоном плантации — это скучновато немного. Так, идем дальше. Так. Один из них стоит прямо здесь. Если он будет как ходить куда-нибудь или не будет. Да, он разворачивается. Блин, он тот, который в эту сторону смотрит, вообще ничего не видит, что ли? Чё, настолько тупой? Так, этого достаточно, и осталось еще вот здесь надо. Пятьдесят. Осталось, половину уже мы вылили. Так, надеюсь, он не развернется. Проскочим. Так, ну и еще надо вот здесь разбить. Все, наконец-то закончилось. Закончились плантации. Осталось только разжечь. А у нас ничего метательного нет? Так, тут я уже быстренько все пролью. Кидаться метательными ножами — это весело. Так, сейчас как... Сейчас тревога поднимется, надо будет готовиться. Ух ты! Вот это огонечек. Гори, гори, гори ясно, чтобы не погасло. Опа-на, атаку устроили. Стоп. У нас оружия вообще мало. Нормального. Сейчас будет перестрелка очень опасная, в которой
Выжить не так-то просто будет. У меня уже здоровья очень мало. Ну вот и все. Я только начал стрелять, меня сразу же убили. Пушек нет, пушек нормальных нет, револьвер один какой-то слабенький. Охранники слева, справа, прямо, блин. Это очень тяжело. Я еле-еле выжил тут, когда первый раз сыграл. А прошел, наверное, фиг знает с какого раза. Можно динамит еще кидать, конечно, но динамит далеко не улетит. С той стороны стреляют. Скотина, вот бы снайп, вот снайперка была бы тут вообще в тему. Надеюсь, Хози за это кучу денег получит, раз в такую передрягу вляпались. Заряжайся, заряжайся, заряжайся. Я сто раз по нему выстрелил, он не умер до сих пор. Наконец-то сдох. Опять перезаряжать. Всех, что спереди, Шон уже поубивал всех. Опа, на. Ух, вообще горит, все хорошо. Нет, не надо, тут. Ну-ка, ты можешь спрятаться за ящики-то за эти или нет? Блин, ты не можешь спрятаться нормально, а? Так, вот я не вижу их вообще сейчас. Я, если честно, не вижу никого сейчас. Даже с диким глазом не видно ничего. Ох, жарко нам, я смотрю. Так, лошади. Ну, я нажал. О, нам повезло, Морган. Повезло. Да, отлично. Сваливать пора. Садись давай быстрее. Где ты там? Ну все, уходим к чертям. Возможно, за нами погоня сейчас опять будет, но... Тихо, на огонь не наступи. Да, я так и знал, что сейчас погоня будет. Дайте револьвер нормально. Скотины.
Так, прям через ворота. Веселую вечеринку мы им там устроили. Это ты вечеринкой называешь? Да, мы честно ограбили их. Так, ладно, уйдем отсюда для начала. Где ты там? Давай, давай, тоже иди. Кажется, оторвались. Да, оторвались. Ну и ночка. Интересную заварушку у нас Дач втравил. Но я надеюсь, Дач с Хози правы, и мы что-нибудь с этого поймем. Возвращаемся в лагерь. Ты со мной? Да, конечно. Не знаю, узнали ли нас Грей или нет. Если узнают, то будет очень фигово. Вот и наш милый дом. Расскажешь Хози о том, как мы сработались? Ух ты, деньги-то не маленькие. Мы подзаработали. О, и наша лошадь, смотрите-ка, вернулась где-то. Давайте посмотрим. Блин, лохматый какой конь вот этот. Вот ты где, Андрес. Куда это ты уходил-то, а? А я искал тебя, думал, ты потерялся, блядь. Ну ладно, короче, на этом мы тоже закончим. Длинненькая, не знаю, длинненькая, не длинненькая получилась серия. Ну, в общем, на этом все. С вас лайкос, подписывайтесь, с меня эпичный видос. Подписывайтесь на этот канал, на группу ВКонтакте. И всем пока.